Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуко Фэмили, и вы не видели этого прикола, потому что если вы знаете легенду о Мидасе, который превращал все в золото, его, по-моему, рука или к чему он прикасался, вот, есть в Ларе Крофт такая отсылка, то есть если вот на этом уровне вот как раз мы видим чувака. Вроде бы на этом уровне ничего забавного нету, да? Но я даже когда в старую Лару Крофт играл, был один прикол. Никогда не подходите к этой руке. Вы, наверное, спросите, почему? Та-дам! Потому что появляется такая крипота. Стрёмненько, да. Лара Крофт превратилась в золотую Лару Крофт Gold Edition. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, делайте репосты. Мы будем интересные моменты вам показывать. А с вами был... Казуко Фэмили. Всем до встречи. Всем пока.